Прям меня конкретно мочит. Всем привет! Друзья, ну что, на канале Николь 2 миллиона подписчиков. И хоть немножко с опозданием, но мы решили все-таки поехать в парк развлечений. Мы приехали в самый большой парк развлечений в Польше. Он просто нереально огромный. Сегодня вместе с вами будем отрываться. Николь, ты готова? Да. Спасибо вам, что подписываетесь на канал Николь. Продолжайте это делать. Кто еще не подписался, сделайте это прямо сейчас. Ну что, погнали? Да. Погнали. По всему парку стоят вот такие штуки. Можно зайти и охладиться. Прикольно, все в водичке. Так, первый наш аттракцион. Мы идем на горку. Называется она Арктическая горка. Горка, потому что здесь все ездят как пингвины. Давайте, бегите, бегите, вперед, 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 вперед. Так, ну что, Николь едет. Ты готова, Николь? Я поехала. Так. А мы с Алиской. Алиска, ты готова? Так, сейчас поедем. Давай, быстрее, быстрее, давай, выбегай, выбегай, выбегай. Так, Алиска чуть испугалась. А что ты испугалась? Она же не страшная горочка, такая маленькая была. Чуть не затошнила тебя, ты моя зайка. Первый серьезный аттракцион, да, Николь? Такие прикольные крутящиеся кабинки. Тебе страшно или нет? Чуть-чуть. Ну что, мы сели. Ты готова, Николь? Да. Ух ты, а мы еще и первые. Да, круто. Николь, как тебе? Следующий наш аттракцион. Машинки. Решили погонять на машинках. Алиса, ты на какой будешь? Ты сама будешь управлять? Нет, ты будешь управлять. Я буду управлять? Точно? Как Николь аккуратно водит, аккуратно ездит по чуть-чуть, а ребята постоянно на кого-то нападают. Следующий наш пункт будет сафари. Вот джипы, которые нас ждут. Николь, кого ты хочешь там увидеть, какого зверька? Там сверху тигры сидели. Сверху какие-то пляшущие тигры. Обезьяну хочу. Зебры. Там Алис, как тебе? Мне нравится. Обезьянок нету. Обезьяны. Бегемоты. Лемур, лемур. А, лемурчик. Николь, куда пришли? На американские горки. Американские горки? Но это не просто американские, это инопланетянские горки. Николь, тебе немного страшно? Американские горки. Погнали. Так, заезжаем наверх. Что-то высоко-то. Ага. Инопланетяшки тут, смотри, какие. О! У-ху-ху!
Инопланетянин! Один раз! Ну, походу, да. Маловато, да, скажи? Ну хорошо, хоть очередей нет. Я тоже хочу, можно, в принципе, еще раз прокатиться. Прикольно. В общем, время на аттракционе очень маленькое. Мы едем еще второй раз. Круто. Вот это поворот. Мы думали, уже все, накатались. Я думаю, это так. Чуть-чуть отдохнуть, чтобы... Наверное. Да, это первая была подготовка. Сейчас ускоряемся, Егорь! Так, это все. Друзья, на самом деле прикольно, чем аттракционы... Мы находимся вообще в парке, который называется Энерджиландия. Самый большой в Польше. И парк относительно новый. То есть здесь аттракционы почти все новые. И они раз в год по несколько, по 2-3 аттракциона добавляют еще дополнительно. И еще, ну давай уже на другие какие-нибудь. Тут целая куча аттракционов. Николь говорит, что ей даже больше Диснейленда нравится, да? Больше, чем Диснейленд тебе нравится? Да. Ну, потому что парк на самом деле прикольный, нет очередей. И из-за этого, конечно, можно покататься на всем, чем угодно. Подходишь и буквально через 3 минуты уже садишься на любой аттракцион. Это очень круто. Да, парк, кстати, по карте мы смотрели. Карта очень большая. Мне показалось, что он действительно больше, чем Диснейленд, который мы ездили в Париже. Мы отправились в плавание на корабле. Ой, будет скоро плыть. Так, интересно, эта штука вообще крутится? Нет. Как будто крутится. Плывем по реке, мы сейчас находимся в Шотландии, по-моему, нет, в Швейцарии. В Швейцарии и плывем по реке. Интересно, водичка тепленькая? Ну, такая себе, нормальная. Все-таки взять мороженое, остановиться, и Алиса выбрала еще вот такую штуку. Ей сейчас сделают микс из сразу трех вкусов. Итак, начинается полный трэш. Мы пришли на аттракцион, где брызгаются водой. Ты готова? Да. Сейчас будем обливаться. Тут, получается, стоят такие пушки на лодках. И еще по бокам стоят, то есть зрители, которые смотрят, всех обливают, и с лодок их тоже все обливают. О! Вы видите, как опасно тут вообще. Алиса, ты готова? Алис, ты готова? Вайдотить не будешь? Так, ну тут уже настоящие, короче, бои начались. Да, по нам стреляют вон из лодки, которая идет за нами. Коль тут поливает кого-то. Сейчас мы их будем мочить, а они нас будут мочить. Давай. Так, Николь. Давайте, ну, мочим. Так, все, Саша намокла, Николь, о, есть, и Николь там. Все, хватит, баста, стоп. Так, все, нас замочили. Николь, ты тоже мокрая? Нет. Так, кого-то там тоже мочат. Вот это я понимаю, летние лодки. Ох, маленький жук этот сзади нас поливает. Ага, мы не можем, я с камерой. Алиса, вот так, вот, смотри, вот, крути эту штучку. Вот, держи за ручку. Держи, давай, Алис. Вот, и крути. Во. Во, Алиска тоже, смотрите, у Алиски тоже получается. Давай, мочи. Мочи, вон люди. Давай, так, мы отстреливаемся от лодки сзади.
Давай, Лиз, давай! Крути! О-о-о! Лодка сбоку! Это пираты настоящие! Нас мочат пираты! Девчонки-пираты, смотрите, фу, мы от них избавились. Николь, ну как у тебя дела? Давай, бабулю, мочи, мочи бабулю. Давай, давай, ну, ну! Е-е-е-е! Они нас догоняют! Алиса! Так, задняя лодка нас догоняет. Что ж такое, что мы тормозим? Подтолкните нас кто-нибудь. Сзади догоняют. Алиса, ты прячешь? Алиса спряталась, вообще сидит, не вылазит. Так, так, прячемся, прячемся. Прям меня конкретно мочит. Алиска, помогай. О, монашка всех мочит, смотрите. Друзья, монашка мочит. Давай, во, смотрите, нас мочит монашка, давай. Смотрите, там банда какая едет. Давайте, давайте, ну, Николь. Николь, ты уже приловчилась? Давай, давай, во. Так, у нас тут конкретная перепалка с ребятами. Давай, давай, давай. Так, ну, сзади от нас не отстают, прям мочат и мочат нас. Откуда? Откуда-то сзади? Итак, друзья, мы, короче, все мокрые. Посмотрите, вообще нереально мокрые. Мы подъезжаем уже к концу. Нас замочили, мочили вот те ребята сзади, мочили ребята впереди. Смотрите, вон они там. Да, выезжают все нереально мокрые отсюда. Это было офигенно. Круто. Супер аттракцион, да, реально. Здесь, кстати, стоят такие сушки, где можно после аттракциона посушиться. Решили теперь пойти в аквазону. Здесь очень большая аквазона. Здесь фонтаны, горки, много бассейнов. Погнали смотреть на эту аквазону. Мы забрались наверх. Отсюда все видно. Сейчас посмотрим, что тут есть. Смотрите, так, это пиратский корабль. Большой с горками. Раз горка синяя, там два зеленая, еще какая-то голубая. Так, бассейн этот небольшой. Вот тот бассейн для больших. Да, совсем детская зона, там со слониками всякими. Так, Николь сейчас будет съезжать с одной... Давай с верхней, с зеленой, пойдем с зеленой. Коль запрыгивает в зеленую горку. Ну что, ты готова? Итак, Николь поехала, давай. Вау! Так, где-то она там вылетела, вон она, внизу. Ну что, ты залезла? Так, Николь для себя нашла наконец-то глубокий бассейн. Музычка, здесь вон аниматоры танцуют, людей, конечно, достаточно много. Ну что, идем плавать?
Ну что, перекус. Мы уже, короче, накупались и собираемся идти делать покупки. Да? Всякие игрушки покупать и всякое такое. Мы тут нашли такую прикольную штуку. Смотрите, здесь есть медведи. Нет, не все медведи. Медведи, барашки, тут лошадки, всякие, лошадки. Да. Собачки. Да. И их можно прямо здесь набить. Пойдемте покажу. Стоит специальный аппарат. Одеваем мишку, набиваем его, и получается что-то вот в этом роде. Радужная такая лошадка. Смотрите, здесь рай конфет. Мы сейчас, короче, будем набирать конфеты. Смотрите, какие змеи мы набираем. Змеи зеленые, красные, синие, коричневые. Взяли пакетик со змеями. Сейчас банан. Мы набираем, в общем, конфеты Jelly Belly. Смотрите, они здесь разных цветов. Давай банан. Сыпь. Все кроме них. Так, розовый — это клубничка у нас. Здесь стоит такой здоровенный прикольный аппарат. Ну, я не знаю, в нем какой-то порошок, как сахар, только с разными вкусами. Допустим, там зеленое яблоко, клубничка есть и так далее. Можете, в общем, себе по одному взять. Какого цвета возьмете? Ты зеленый взяла? А мне синего. Тебе синего, так. И вишня. А, да. Ага. И травишня. Так. Нет, яблоко. И яблоко. Так, все готово. И что, прям так и кушать? А ну попробуй. Ага. Ну как, Алис? Кисло? Так, Николь, ты себе какое засыпаешь? Банан. Давай. Так, а ты что берешь, банан? Так, Николь выбрала банан себе. Это коктейль какой-то. Еще тут есть такие пробирки. В них сейчас накладываются вкусняшки. Я вам сейчас покажу. Смотрите, это арбуз. Оп. Так. Смотрите, оно как прикольно тут плюхается. Вот здесь они падают. Оп. Е, давай еще. Давай. Так. Оп. Теперь тортик. Эй, тортик. Иди к нам. Смотрите, как получается прикольно. Чуть-чуть. Вот это и вот это все. Так, это сладкая вата. Чутарик. А мы лимон сделали. Да. И вот этого, ой, да, досыпаем? Я люблю лимон. Досыпаем. Я люблю лимон. Все, полное. Смотрите, какая прикольная пробирка получилась. Разноцветная. Закрываем. Это мы будем уже кушать в машине. Ну как вам сегодняшняя поездка? Офигенная. Круто было. Друзья, эта поездка была приурочена к 2 миллионам подписчиков на канале Николь. Друзья, спасибо вам огромное, что вы смотрите, что вы заходите каждый день, просматриваете наши видео. Мы вас обожаем, вы наши любимые подписчики, зрители, мака-мака. Поэтому пишите ваши поздравления в комментариях,
и продолжайте подписываться на канал Николь. Кстати, первый миллион мы собирали 1.5 года, и второй миллион мы собрали уже за 0.5 года. Поэтому я думаю, что до конца года у нас уже будет больше 5 миллионов на канале Николь и где-то под 5 миллионов на канале Алисы. Да-да. Ну что? И... Скажите пароль. До завтра, Николь! Пока-пока-пока-пока-пока, Алиска, пока-пока-пока.